Здравствуйте, меня зовут Елена, я мастер ногтевого сервиса, работаю 4 года, сделала более 1000 работ. В этом видео я хочу ответить на два часто задаваемых вопроса. Работаю я в салоне или на дому, и выезжаю ли я на дом? Так, первый вопрос. Работаю я в салоне или на дому? Я работаю на дому. Почему я не работаю в салоне? На это есть ряд причин. Во-первых, если бы я работала в салоне, стоимость наращивания была бы 300-400 гривен, так как мне приходилось отдавать хозяину салона 40-50%. Тут возникает вопрос, какой вам смысл платить больше, если я те же ногти сделаю вам у себя дома, вы заплатите на 40-50% меньше. Во-вторых, в салоне есть ограничения по времени, например, с 10 до 19. Работая дома, я могу принять вас и в 8 утра, и в 8 вечера, если, конечно, есть такая необходимость. В салоне бы этого сделать не получилось. В-третьих, некоторые девочки приходят с детьми, подружками или собачками. Я вас приму и с детьми, и с подружками, и с собачками. В салоне администратор, конечно же, отнесется к этому крайне негативно. И еще, бывают такие ситуации, когда девочки записываются и по непонятным причинам не приходят. Работая в салоне, я бы просто потеряла время. Работая дома, я могу пойти заняться своими делами. Хочу ответить еще на один вопрос. Выезжаю ли я на дом? Я на дом не выезжаю. Объясню почему. Для того, чтобы мне приехать к вам, мне нужно собрать все материалы у себя, приехать к вам, разложить все материалы у вас, сделать вам ногти, снова собрать все материалы и приехать к себе домой и разложить материалы у себя. Видите, я даже говорю это долго, а делать это еще дольше. На это все уходит 4-4,5 часа. За это время я могу принять еще двух девочек. Поэтому поймите, пожалуйста, мне это невыгодно. И напоследок я хочу добавить. Будьте красивыми до кончиков ногтей. И записывайтесь заранее. Пока-пока!